Добрый вечер, уважаемые фанаты. Сегодня мы подведем итоги 77-й недели. Об их результатах расскажет Наталья. Пятое место занял клуб Фейенорд, Нидерланды. Клуб набрал 14 очков. Четвертое место занял клуб Риека, Хорватия. Клуб набрал 14 очков. Третье место занял клуб Мамелоди Сандаунс, Южная Африка. Клуб набрал 15 очков. Второе место занял клуб Сантьяго Вандерерс, Чили. Клуб набрал 18 очков. Первое место на этой неделе занял клуб О'Хиггинс, Чили. Этот клуб набрал 18 очков. Изменения рейтинга, произошедшие на этой неделе. Young Boys набрал 3 очка и поднялся на 98-е место. Днепр набрал 12 очков и поднялся на 97-е место. Карабах Ахдам набрал 12 очков и поднялся на 93-е место. Наполи набрал 3 очка и поднялся на 67-е место. Риека набрал 14 очков и поднялся на 64-е место. Рио Аве набрал 9 очков и поднялся на 44-е место. Фейенорд набрал 14 очков и поднялся на 43-е место. Вот такой вот насыщенной была эта неделя. Спасибо за ваше внимание и до встречи.